Долгожданная реконструкция. На главной магистрали в Кохме, улице Ивановской, начались ремонтные работы. Проектом реконструкции предусмотрено уширение проезжей части до 4 полос. Изношенное покрытие будет заменено на высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Для усиления дорожной одежды в основание уложат георешетку. Будут заменены светофорные объекты, остановки, павильон остановочный, освещение будет заменено, все опоры. Контактная сеть вся будет заменена. До Богданихи будет все выполнено, все сделано. А 5 километров до федералов там. В общей сложности будет реконструировано 5 километров дороги. Появятся и новые тротуары. Сейчас их отсутствие вызывает наибольшее недовольство пешеходов. Особенно трудно молодым мамам с колясками. Вообще невозможно гулять. И как бы приходится поднимать иногда, но я еще и в положении. Бывает, просто приходится не брать коляску. Победителем аукциона на реконструкцию дороги на улице Ивановская стала компания «Дормострой». Работы подрядчик обещает завершить в ноябре. Временные неудобства должны решить наболевшие проблемы. Дорога узкая, машина не разъехаться. В утренний час и подолгу стоят. Я вот здесь с остановки выхожу, иду пешком. В общем, вперед автобус прихожу намного. За счет средств инвестора планируется реконструировать участок автомобильной дороги Иваново-Кохма в районе строящегося торгового центра. Проектом предусмотрено уширение проезжей части до 5 полос, строительство пешеходного тротуара, установка светофорного объекта. Любовь Почерникова, Анатолий Логинов, Антон Осипов, РТВ Иваново.